Решен вопрос, который тревожил жителей одного из микрорайонов города Алекминска. За лето будет обновлена котельная техникума и установлен новый котел. Подробности смотрите в следующем материале. Около 100 домов, частных и многоквартирных, а также 4 социальных объекта запитаны на котельной техникума. Именно здесь, в середине мая, в результате внештатной ситуации произошла остановка подачи тепла и водоснабжения потребителей. У нас вышел из строя котел номер 3 и повреждена наружная ограждающая конструкция здания. В течение 15 часов, благодаря оперативным действиям производственного филиала, была восстановлена подача теплоснабжения. Отопительный сезон был завершен, но всем понятно, что с сентября услуги будут востребованы вновь. В межотопительный период планируется полностью обновить ограждающие конструкции с установкой нового котла и обновлением тепломеханической части котельной. При выполнении намеченного плана к началу отопительного сезона текущего года будет обеспечено качественное теплоснабжение существующих потребителей. По словам представителей ЖКХ, замена части конструкции и одного котла проблему решат. Получается, сейчас вот после восстановления все это будет снова в прежнем порядке, без подключения каких-либо нужд? Да, конечно. Межотопительный период мы должны отработать по данному объекту, восстановить, также поменять оборудование, ну и осенью уже к началу отопительного периода зайти уже с новым оборудованием. Тем более, что в ближайшем времени ожидается переход на газ. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.